Ажиотаж у столов регистрации перед первой физической аудиторией Казанского федерального. Юристы пришли для того, чтобы написать правовой диктант. В этом году он был посвящен 25-летию Конституции Республики Татарстан. Мероприятие, в котором мог принять участие любой желающий, вызвало большой интерес среди аспирантов, преподавателей и студентов университета. Принимаю участие в первый раз, так как в том году немного побоялась, а в этом году хотелось бы проверить свои знания, проверить себя. Уже в третий раз декан юридического факультета Лилия Бакулина также принимает участие в написании правового диктанта. И своим личным примером показывает, что юрист должен быть не только осведомленным, справедливым, но и грамотным. Все мы с годами начинаем забывать родной язык, русский язык. Если студенты-первокурсники еще ориентируются в этом более-менее неплохо, то студенты-выпускники, четвертый курс или, предположим, преподаватели, они уже, вполне возможно, немножко подзабывают правила родного языка. Поэтому все присутствующие собрались, чтобы проверить свою правовую грамотность и знание русского языка. В роли диктора выступил председатель Конституционного суда Республики Татарстан Фархат Хуснутдинов. По просьбе студентов Фархат Гусманович диктовал текст разборчиво, повторял каждое предложение. Они волнуются, не менее их и я волновался, поэтому я пытался сдерживать больше паузы и акцентировать на ударение. Каждый из участников получил сертификаты, а победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Продолжение как бы Дня юристов. Мы в этом зале прошел съезд Татарстанской региональной ассоциации юристов России, где единогласно был избран председателем этой ассоциации уважаемый Халиков Ильдар Шавкатович. Очень символично, что продолжение вчерашних мероприятий, продолжение тех мероприятий, которые мы в течение нескольких месяцев уже ведем, и сегодняшний правовой диктант. Напомним, что 7 декабря в Казанском университете состоялась церемония вручения премии «Юрист года 2017» и Российской юридической премии имени Габриэля Шершеневича. Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича были награждены сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, а также председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Вручение премии состоялось в рамках съезда Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Не случайно для вручения премии в области юриспруденции выбран Казанский федеральный университет, альма-матер для многих из вас. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.